комплиментов для наших мам. Итак, пятое место. Мам, ты, кажется, похудела. Чё, правда? Четвертое место. Мам, это тебе. Ой, а что? Ой, нет, ты чё, это же молодежная, не надо мне на сама носи, ты чё? Мам, ну ты и так молодая. Чё, правда? Чё, правда, что ли? Третье место. Тетя Роза, капец, как вкусно. Да? Спасибо. Где заказываете? А я сама пеку. Самое любимое второе место. А, молодой человек, извините, да. А у вас есть что-нибудь на мою дочь? А это ваша дочь? Ну, да. Просто я думал, вы сестры. Ты серьезно, что ли? Ну и, наконец, первое место. Девушка, можно с вами познакомиться? Со мной? Да, с вами. Привет. О, это ваша дочка? Ну... Нет, я ее сестренка. Сестренка троюродная, да? Там девчонка стоит. Только сразу не смотрите, не палите меня. Где? А, вижу, прикинь. Ну, ничего такая. Алло, да. Ага. А ну-ка, сейчас посмотрим. О-о-о. Только сразу не смотрите, не палите меня. Где? Где? Покажите. Блин, где? Где? Покажи. Где? Вижу. Ты капец, она страшная. Как ваши дела? Как бизнес ваш? Все хорошо. Вот у меня сейчас уже две точки тут есть. О, красавец. У меня три здесь, вешу на монтажке и пять налево. О, уже тебя осталось. Как ваши дела? Нормально. Это что у вас? Выручку считаем. Держись. Это же это, тогда мне пять человек надо, чтобы вот так мои тетради таскали. В смысле? Мой кассовый аппарат у меня в телефоне. Кстати, Жаки у нас крупный бизнесмен. Ай! У него три ресторана. Пять магазинов. 10 из 100. Ты че, все, хватит его. Подумай то, что понтуешься. Че? Я классный, конечно. Можно? Куда-нибудь пообедать сходим? Давай. Еще салон красоты еще. Салон красоты! Пять салонов красоты! You can't touch this. Франк, брат! Спасибо за день, Жан. Ты куда смотришь? Да я просто рефлекторно посмотрела. Че, понравился, да? Че ты вот начинаешь опять, а? Иди к нему, давай, ну иди. Ну и пойду! Привет! Встречаться начните еще! Ну и начну! И давай, еще замуж за него выйди! Давай! Ну и выйду! Жан, как тебе, как? Давай, еще дешевые билеты через авиасейлс возьмите и улетите куда-нибудь. Уже купили, между прочим. Угу. Давай, нарожайте детей, внуков и живите счастливо. Ага. Ну и нарожаем, ага. Вот увидишь. Даже? Дорогая. Ну, привет. Я был неправ. Вернись ко мне. Правда? Кто это там? А! Мы стали знакомы. А вот что, понравился, что ли? Какой понравился, значит? Или что? Иди. Ну и пойду. Иди. Ну и пойду. Иди. Классный был день, да? Я что, мужской солидарности не учили, что ли, пацаны? Какая мужская солидарность, слышь? Мальчики, все, успокойтесь. Пацаны, извините, пожалуйста, правда, я просто с девушкой иду, простите, пожалуйста. Давай. А карандашир давай. Извините. Все, ты разобрался? Конечно, разобрался. Смотрите, куда идете, гниды! Стойте, не надо!
Петя! Пацаны, пожалуйста, извините, я правда, я с девушкой иду, просто простите меня, пожалуйста, пацаны, пожалуйста, пацаны. Жан, ты все? Да ну блин, Жан, пожалуйста, пожалуйста, посмотри, пожалуйста, посмотри, Жан, посмотри. Смотри, Жан, ты что, пацаны, извините, пожалуйста, посмотри. Иди же сюда, ну хуй любой порщайный. Жан, пожалуйста, ну пожалуйста, посмотри. Ладно! Мам, может, возьмем дешевые билеты через... Полетим куда-нибудь? Полетим. Ну, может, пока в магазин сходишь? Магазин? Конечно. Мам, я сходил. Умничка, может, еще мусор выкинешь? Мусор? Конечно! Алло, пацаны! Ну что, пацаны, все, давайте, я поехал, не прощаемся. Давайте. А это куда? Я туда. Куда туда? Ну, туда вот. Туда? А нет, хотя вот туда вот. Ты туда или сюда? А сколько время сейчас? Почти 12 уже. Ой, ё-моё, я забыл, мне маму надо с работы забрать же. А ты сейчас до мамы, да, поедешь? Mm. Ну, я там тетке остался сюда. А, я по Сейфуллино поеду. По Сейфуллино? Сейчас, подожди, у меня там братишка есть. Я, наверное, там у него осталось. Да, нормально будет. А ты нет, через Алтын-Орду поеду я. Там дороги плохие же. Через Алтын-Орду, да. Кудаларым барес, ларым гене каласалам. Ну все тогда. Ну еще, кудаларым гене каласалам. Нормально. Там будем. Ё-мо, там же пробки же я. По Восточке поеду я. По Восточке мне подели, там мне жиеном трат. Давай там останусь сюда. А, да? Да? Нет, через аэропорт поеду. О, аэропорт-то у меня родной там один. Мы давно с ним не виделись. Точно, давай туда. Ну конечно. Давай, поехали, ладно. Ага, поехали. Смело. Все, пацаны, давай, до завтра. Ты, Шаку, на заправку заедем сперва? Нет, меня возьми. Девчонки, давайте я сам решу, ладно? О, привет, детка. Может, познакомимся? Если честно, даже не знаю. Я сегодня не накрашена. Как-то базовую комплектацию. Все простенько. Вон, видишь, даже крыша простая. Может, как-нибудь в следующий раз? А, ну ладно. Хорошо, красивая ты. О-хо-хо! Вампира, я понимаю, а? Ну что, познакомимся поближе? Откуда ты? Я немка, а ты? Я казах. Небось, только азиаточки были, да? Ну, было и было. Я смотрю, ты с характером, да? Я тебя не простушка, ты, наверное, заметил мою комплектацию. Ну, конечно, заметил, иначе бы не посмотрел на тебя. Капризничать не будешь? Но это будет видно ближе к сотке километров. В общем, веришь в любовь с первого взгляда? Давай встречаться. Солнышко мое, нам нужно серьезно поговорить. А что случилось? Почему мы в автоцоне? Открой. Нет, не открой, нет. Ну что ты начинаешь опять? Ну почему? Да у тебя расход большой, ну и налог дорогой. А зачем тогда предложил встречаться? Ну вот влюбился вот. Нет. Я думаю, ты меня поймешь. Расскажи, кто она? Кто, вот эта вот старуха, да, или вот этот весь утиль? Да нет, при чем тут они вообще? Ты меня старишь просто. Нет. Я, в общем, все решил. Я, давай, не обижайся. The horse.
horses in the back.